люди, которые выезжали и совершали свой выбор, уезжая из России, это большой и важный выбор. Но то, что, например, дальше Запад не принял большую часть этих людей, не предоставил им ни виз, ни возможности работы, я считаю, что это огромная страшная ошибка. И дальше эти люди оказались вытолкнутыми назад. Вот что им делать? Этим людям, если у них нет возможности не работать, они не знают языка, у них нет виз, у них нет стипендий, у них нет возможности выучить язык, у них нет возможности адаптироваться. И я это наблюдал в начале войны, и то, что, так сказать, было намерение всех принять, а дальше это намерение почему-то не было реализовано.